Легкой и непринужденной походкой в сторону инфекционного корпуса 6-й городской больницы направляется хрупкая девушка. Она облачается в медицинский костюм и превращается в другого человека. Наталья Данилова работает в красной зоне с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, но страха не испытывает. Говорит, за свою многолетнюю практику удалось многое увидеть. Застала даже эпидемию свиного гриппа, которая бушевала в стране 10 лет назад. На время режима повышенной готовности девушке пришлось ограничить общение со своими пожилыми родителями и маленькими детьми. За самоотверженную работу Наталью Данилову наградили президентской наградой – орденом Пирогова. Ну, для меня это было большой неожиданностью, конечно, но приятной неожиданностью. Ну, конечно, рада, что оценили мой труд, хотя это награда не только моя, но и всего нашего коллектива. Это наш долг, долг врача – жертвовать собой, но приносить пользу окружающим. А когда с детьми общаетесь, как им объясняете, вот, что вы делаете, что вот мама сейчас на службе? Да, я говорю, что мама сейчас на работе, надо идти принимать пациентов, с пониманием относятся. Орден Пирогова – награда, которая появилась в России в этом году. Ее будут вручать за добросовестную работу врачей в экстренных условиях, в их числе и Наталья Данилова. Кандидатуру выдвинули в администрации больницы. Она достойна этого. Молодой доктор, которая выполняет свои функциональные обязанности просто на 5 с плюсом, что называется. Она делает все то, что нужно. Она очень внимательна, скрупулезна. Она не отходит ни на шаг от больного тяжелого. Она делает все возможные мероприятия, манипуляции для того, чтобы больному стало хорошо. Орденами Пирогова награждены трое медработников Самарской области. Елена Малютина, Мария Левина, Сергей Баскин. События.